В магазин детских игрушек сотрудники МЧС и прокуратуры зашли не случайно. Здесь решили под Новый год побольше заработать и наравне с основной продукцией торгуют пиротехническими изделиями. И это несмотря на то, что магазин находится в жилом доме. Петарды и салюты при таком условии продавать категорически запрещено. Это нарушение правил противопожарного режима. Пиротехническая продукция лежит просто, можно сказать, навалом. Значит, доступ к ней не ограничен, то есть любой покупатель может ее взять в руки, что-то с ней сделать, поджечь, что может привести к печальным последствиям. Сотрудникам магазина сказать нечего, да и документацию на пиротехнические изделия показывать не спешат. Я ничего не буду купить. Продукция убирается из торгового зала, а владельцу теперь придется оплатить штраф. В зависимости от того, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо здесь осуществляет деятельность, значит, виновные будут привлечены к ответственности. Если на юридическое лицо, то это штраф до 200 тысяч рублей. Подобные рейды сотрудники МЧС сейчас проводят регулярно. Посещают как небольшие точки, так и крупные торговые центры. Внимание нужно обращать и гражданам. Прежде чем купить пиротехнику, нужно ознакомиться с документацией на изделие. Забывать не нужно и про безопасное использование. Салюты и петарды могут стать причиной не только пожара, но и различных травм. Служба информации, Сергей Щеплягин, Алексей Завлов.